проезжал по обоим, по новой оттуда, по старой туда. И она выходит прямо на асфальт. Вот здесь вот сейчас справа будет типа дощечка лежать. Вот, вот это старая канава. Ух, даже уже. Да, вот дощечка. Здесь уже даже просеку сделали. И вот смотри, там две канавы должно быть. Одна старая, одна новая. Нам нужна та, которая посвежее. Да, наверное, вот это посвежее будет. Да, они параллельно, просто та уже, она там дальше в конце зарастает, а вот это... Да. Пройдем мы быстро и нормальный, можно будет ехать. Сейчас пройдем чуть-чуть. Я приезжал на сликах. И здесь по обоим сторонам лес разнообразный. А по старой канаве она вот здесь хорошо идет, а потом в конце она вся заросшая. Ну старые уже кусты. Ну да, тут можно сейчас поверху, а потом все равно вниз едем. И вот тут лес. Так, можно остановиться. Да, вот они, кстати. Вот. Грибы. Так, я пока никуда не еду. В рядовке? Да. Вон там что-то вдалеке я вижу вообще. Вон торчит аж. Лесенка, видишь? О, маховик. 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 О, или боровик. Боровик собирает. Будешь собирать? Да. Вон там какие-то еще, смотри, да, 5 да, штук. Где маховик-то? Это знаешь, что мне кажется, что-то почерневшее? Вот что вот это такое? Я подойдем. Вот начинается нормальный настоящий лес, как мне кажется. То, что было до этого, был перелесок. А вот поверхность, вкусный.